Группа BMW начала лето с обновления пятой серии. Плановый рестайлинг прошел Mini Countryman, но все они останутся в тени второго поколения купе четвертой серии. Обсуждать эту машину, конечно, будут за дизайн. Ведь кабы у дятла не свой нос, никто бы его в лесу не нашел. Специфический дизайн ноздрей или почек, как их называют европейцы, заставляет нас вспомнить 2000 год, когда Крис Бенгл устроил предыдущую революцию в дизайне BMW. Нового реформатора зовут Домогой Дукич. Он хорват, но родился во Франкфурте и уже 10 лет работает на важных ролях в BMW. А последний год возглавляет подразделение BMW Design. Четвертая серия обращается к нашему наследию и одновременно представляет прогрессивную и уверенную интерпретацию классических элементов дизайна своих предшественников. Имею в виду такие машины, как BMW 3.0 CS и BMW 328. BMW уверяет, что двухдверные машины всегда были носителями ДНК марки, даже когда купе трешку 7 лет назад впервые заменили купе четверкой. Новая машина с индексом G22 технически снова отдалилась от родственной третьей серии. По сравнению с седанами, структура кузова стала прочнее. Спереди и сзади появились несущие элементы из алюминия. Добавлены новые распорки и усилители. Из крылатого металла выполнены капот, передние крылья и двери, а крышка багажника облегчена за счет композитного материала. Интерьер в целом повторяет трешку. Здесь такая же передняя панель и центральный тоннель. Разумеется, у четверки свои двери и задняя часть салона. Диван отформован для двоих, а спинка разделена на три части. Гамма двигателей состоит из 2- и 3-литровых бензиновых и дизельных турбомоторов. Все они сочетаются с 8-ступенчатым автоматом Steptronic. Мягкая гибридная надстройка в виде 48-вольтовой системы и стартер-генератора положена всем дизельным машинам и топовой бензиновой M440i. Кстати, эта версия в гамме четверки появилась впервые. В прошлом поколении индекс 440 был без M-приставки. Российские цены уже объявлены, машины появятся осенью, одновременно с европейским стартом продаж. Для нас гамма немного урезана. В конфигураторе нет бензиновой версии 430 и мощных дизелей. Впрочем, последние в Европе тоже задержатся и выйдут на рынок только в марте.